Беседа 8, 103. Увещание к добродетели на словах. Ходил Бог в раю полудни. И воздержание от клятвы. Вы недавно узнали, как все Писание доставляет утешение и отраду, хотя бы то было историческое повествование. Изречение «Вначале сотворил Бог небо и землю» излагает историю, но слово показало, что в этом изречении заключается великое утешение. Именно, что Бог устроил двоякую трапезу, предложив вместе землю и море, вожжёг вверху двоякого рода светила, солнце и луну, и сделал два тока времени, день и ночь. То для деятельности, а это для успокоения. И ночь не меньше дня оказывает нам услуги. Подобно тому, как о деревьях сказал я, что бесплодный доставляет пользу наравне с плодовитыми, не принуждая нас употреблять на постройку садовые деревья. Равно как и дикие и свирепые животные, доставляет нам пользу не меньше кротких, потому что и страхом сгоняет нас в города, и делает более осмотрительными, и тесно соединяет нас друг с другом, и в одних упражняет силу, а других освобождает от болезней, потому что врачи приготовляют из них многие лекарства, и напоминают нам о древнем грехе. Так, когда услышишь, да страшатся, и да трепещут вас все звери земные, и увижу потом, что эта честь утрачена, то вспоминаю о грехе, который истребил в зверях страх перед нами и подорвал нашу власть, и становлюсь лучшим и благоразумнейшим, узнав, какой урон понесли мы через грех. Итак, повторяю, как эти вещи, о которых сказано еще большее количество других, которые знает создавший их Бог, приносят нам в жизни немалую пользу, так и ночь не меньше дня доставляет пользы, служа успокоением от трудов и врачеством от болезней. Часто бывает, что врачи, употребив великие усилия и испытав множество лекарств, не могут освободить больного от болезни, а приходит сам собою сон и совсем прекращает болезни, избавляет врачей от бесчисленных трудов. Но ночь служит врачеством не только от недугов телесных, но и от душевных болезней, успокаивая скорбящие души. Как часто иной, лишившись сына, несмотря на бесчисленное множество утешавших его, не мог удержать от рыдания и стона, а с наступлением ночи уступал силе сна, смыкал вежды и получал хотя малое облегчение дневного горя. Но пора уже возвратиться к предмету, по поводу коего мы это сказали. Так как я хорошо знаю, что все мы заняты им, и каждый из вас с нетерпением желает узнать, для чего не вначале дана эта книга бытия. Но вижу, что и теперь не время этому исследованию. Почему так? Потому что у нас уже к концу пришла неделя. И я боюсь, что коснувшись этого предмета, придется тотчас же и прервать наставление. Для этого предмета требуется много дней сряду и непрерывного напоминания. Поэтому мы опять откладываем его. Но не досадуйте, мы непременно с лихвой заплатим вам долг, потому что это выгодно и нам, которые его выплачиваем. А теперь скажем о том, о чем не говорено вчера. Что же не договорено вчера? Бытие 3.8. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Что говоришь, скажи мне? «Ходящего Бога»? Не ходил Бог, потому что как ходить вездесущему и все исполняющему, а только вложил в Адама такое чувство, чтобы он смирил себя, чтобы не был беспечен, и чтобы его бегство и укрывательство, хотя несколько заслужило извинения его прежде, нежели он станет говорить. Как готовящийся идти в судилище и дать отчет в преступлениях является перед судьей неопрятными, нечистыми, печальными и смиренными, чтобы самым видом расположить их к человеколюбию, милости и снисхождению. Так было и с Адамом. И ему надлежало войти в это судилище сокрушенным. Поэтому Бог предварительно смирил его. Но пусть он чувствовал, что ходит кто-то. А чего же подумал он, что ходит Бог? Так обыкновенно бывает с грешниками. Они все подозревают, боятся теней, пугаются всякого шума и думают, что всякий идет против них.
видя, как многие спешат совсем по другому делу, грешники часто думают, что эти люди идут за ними. И когда другие говорят между собой совсем об ином, знающие за собой грех думают, что те об них говорят. 104. Таков грех. Он выдает грешника, когда никто не обличает его, осуждает, когда никто не обвиняет, и делает его боязливым и робким, а правда производит противные действия. Послушай же, как Писание изобразило и робость грешника, и дерзновение праведника. «Бегает, — говорит, — нечестивый, когда за ним никто не гонится». Как бегает, когда никто не гонит? Внутри имеет он гонящего обличителя, именно совесть, и носит его в себе повсюду. И как он не может убежать от самого себя, так и от внутреннего своего гонителя. Но куда бы ни ушел, везде терпит удары и получает неизлечимую рану. Не таков праведный, а каков? Послушай, праведник как лев. Таков был Илья. Увидел он, что царь идет к нему. И когда тот сказал: «Ты ли развращающий Израиля, смущающий?» «Не я развращаю, — говорит Израиля, — но ты и дом отца твоего». Поистине, этот праведник смел, как лев, потому что он, как лев, на какого-нибудь ничтожного пса восстал на нечестивого царя. Тот был и в Порфире, но на этом была милость, такая одежда, которая дороже той Порфиры. Порфира та породила ужасный голод, а эта милость прекратила бедствие. Она разделила Иордан. Елисея сделала сугубым Ильею. О, как велика добродетель святых! Вся тварь оказывает всегда честь не только словам, но и телам, но и самым одеждам их. Милость Ильи разделила Иордан. Обувь трех отроков попрала огонь. Древо Елисея изменило воду и заставило железо подняться на поверхность. Жезл Моисея разделил Черное море, рассек камень. Одежда Павла прогнала недуги. Тень Петра обратила в бегство смерть. Прах святых мучеников отгоняет лукавых демонов. Поэтому праведники все делают со властью, как и Илья. Он смотрел не на диадему и не на внешний блеск царя, но на душу, покрытую рубищем, нечистую, смрадную и более всякого преступника жалкую. И, увидя его пленником и рабом страстей, не устрашился его власти. Он, казалось, будто на сцене, а не на самом деле видел царя. Да и какая польза от внешнего богатства, когда внутри такая бедность? И какой вред от внешней бедности, когда внутри лежит такое богатство? Таким львом был и блаженный Павел, вошедший в темницу. Он только возопил и поколебал все основания, разорвал узы не зубами, а словами. Поэтому праведников должно называть не только львами, но и чем-то большим львов. Потому что лев часто попав в сети, бывает уловляем, а святые в узах становятся еще сильнее, как и этот блаженный сделал тогда в темнице, разрешив узников, поколебав стены, словом благочестия связав и пленив темничного стража. Лев рыкает и разгоняет всех зверей, святой вопиет и отовсюду гонит демонов. Оружие льва – грива, острота когтей и отточенные зубы. Оружие праведного – любомудрие, воздержание, терпение, презрение ко всему настоящему. Имеющий это оружие посмеется не только над злыми людьми, но и над вражескими силами. И так позаботься человек о жизни по Боге, и никто никогда не одолеет тебя. Но хотя бы ты казался всех слабее, будешь сильнее всех. Равно как если вознеродишь о добродетели душевной, то хотя бы ты был сильнее всех, легко будешь уловлен всяким, кто строит ковы. Это доказали уже и представленные примеры. Но если хочешь, я постараюсь научить тебя и делами, что победить праведных невозможно, а одолеть грешников легко. Послушай же, как на то и на другое указал пророк. Не так нечестивое, не так, но не как прах, возметаемый ветром от лица земли. Как прах легко подается порывам ветров и воздымается, так и грешник вращается кругом от всякого искушения. Когда уже он ведет брань с собою, и эту войну носит повсюду,
то какая у него надежда на спасение, если он сам себя предал и водит с собой постоянного врага – совесть? Но не таков праведный, а каков? Послушай, что говорит тот же пророк. «Надеющийся на Господа, как гора Сион». Что это значит, как гора Сион? «Не подвигнется вовек», — говорит. «Сколько бы ты ни употребил хитрости, сколько бы ни бросал стрел, чтобы повалить гору, никогда не одолеешь ее. Да и возможно ли это? Только все хитрости истощишь и силу свою потратишь. Таков и праведник. Сколько бы он ни получил ударов, сам не потерпит никакого зла, а истощит силу наветующих не только людей, но и самых демонов. Ты не раз слышал, сколько наветов строил дьявол против Иова, и однако не только не поколебал этой горы, напротив, сам изнемог и отступил, потому что от этой осады Иова стрелы его переломались, и хитрости оказались бесполезными. 106. Зная это, попечемся о своей жизни и не станем заботиться ни о богатстве гибнущем, ни о славе угасающей, ни о теле стареющемся, ни о красоте увядающей, ни об удовольствии скоротечном, но все старания обратим на душу, и ее-то врачевать будем всячески. Излечить заболевавшие тела не всегда легко, а уврачевать недугающую душу легко всем. На лечение болезни телесной требуются и лекарства, и деньги, а врачество для души приобретается легко и без издержек. Тело с великим трудом освобождается от удручающих его ран, потому что часто нужно бывает употреблять и железо, и горькие лекарства, но с душой не бывает ничего такого. Напротив, стоит только захотеть и пожелать, и все исправлено. И это было дело промысла Божия, так как от болезни телесной не может быть большого вреда, потому что если мы не заболеем, придет смерть и непременно повредит и разрушит тело. Все, напротив, заключается в здравии души нашей, то врачевание гораздо полезнейшей и необходимейшей части Бог сделал удобным и безубыточным, и безболезненным. Какое же мы будем иметь оправдание, какое извинение, когда в случае болезни телесной, где нужно истратить деньги, и пригласить врачей, и вытерпеть всякую боль великую, показываем такую заботливость, это тогда, как от болезни той нам не бывает большого вреда, а о душе не брежем. Это тогда, как не нужно нам не тратить денег, не беспокоить других, не терпеть боли, но и без всякого, без всего этого, одной решимости и волей можем совершенно исправить ее, верно зная при том, что если мы не сделаем этого, то подвергнемся крайнему осуждению, неизбежным наказаниям и мучениям. Скажи мне, если бы кто обещал научить тебя врачебному искусству в самое краткое время, без денег и труда, не почел ли бы ты его благодетелем? Не согласился ли бы и сделать, и потерпеть все, что бы ни велел обещавший это? Вот теперь есть возможность без трудов найти лекарство. Не для тел, но для ран души. И без всякой боли привести ее в здоровое состояние. Не будем же нерадивы. И какая боль, скажи мне, перестать гневаться на оскорбившего? Вот боль, когда памятозлобствует и не примиряются. Какой труд помолиться и попросить бесчисленных благ от скоро дающего Бога? Какой труд никого не злословить? Какое неудобство освободиться от зависти и ненависти? Какая тягость любить ближнего? Какая беда не говорить срамных слов, не брониться, не обижать? Какая трудность не клясться? Опять перейду к тому же увещанию. Клясться – вот величайший грех. Сколько раз мы в раздражении и гневе клялись не примиряться с оскорбившими нас. Потом, когда гнев угасал и раздражение утихало, мы и хотели бы примириться, но, будучи удерживаемы клятвами, скорбели, как захваченные какой-либо сетью и связанные неразрешимыми узами. Поэтому и дьявол, зная, что гнев есть огонь, и легко погасает, а по угашении гнева бывает примирение и дружба. Зная это и желая, чтобы огонь этот оставался неугасимым, нередко связывает нас клятвой, дабы, если и прекратится гнев,
то остающийся еще за нами долг клятвы поддержал в нас пламя. И произошло одно из двух. Или, примирившись, мы нарушили бы клятву, или, не примирившись, подвергли бы себя осуждению за злопамятство. 107. Зная это, будем избегать клятву. И уста наши пусть научатся говорить непрестанно. Поверь, это будет у нас основанием всякого благочестия, потому что язык, научившись говорить одно это слово, стыдится и краснеет произносить срамные и неприличные слова. А если когда и увлечется привычкой, то, имея много обвинителей, опять воздержится. Когда увидит кто, что не клянущийся произносит срамные слова, легко нападет на него, осмеет его и скажет с насмешкой: «Ты, который при всяком случае говоришь «поверь», не хочешь произнести клятву, а язык свой бесчестишь срамными словами», таким образом, понуждаемые присутствующие, мы и поневоле обратимся к благочестию. Что же скажешь, если будет необходимость клясться? Там, где закон нарушается, нет необходимости. И можно ли, скажешь, совсем не клясться? Что говоришь? Бог повелел, и ты смеешь спрашивать, можно ли соблюсти закон. Невозможно не соблюдать его. И в этом, что не клясться, но клясться невозможно. Хочу я убедить вас настоящими обстоятельствами. Вот жителям нашего города приказано внести подать, превышающую, по-видимому, силы народа. И большая часть ее внесена. Но сборщики, слышно, еще говорят: что медлишь, человек? Что проводишь нас день за день? Дело неизбежное. Закон царев не терпит отлагательства. Что говоришь, скажи мне? Царь повелел внести деньги, и не внести невозможно. Бог повелел избегать клятву и говорит, что невозможно избегать клятву. Это шестой день, как убеждаю вас соблюдать эту заповедь. Теперь же, расставаясь, хочу договориться с вами, чтобы вы были осторожны. Уже не будет вам никакого оправдания, ни извинения. Если бы ничего не было вам сказано, вы сами собою должны были бы сделать это, потому что дело это немногосложное и не требует большого приготовления. Но когда вы получили уже такое вразумление и наставление, то что можете сказать в свое оправдание, когда будете обвиняемы, стоя на страшном судилище и давая отчет в этом грехе? Невозможно сказать никакого оправдания. Но необходимо или исправиться и так умереть, или, не исправившись, подвергнуться наказанию и терпеть величайшее мучение. Размыслив обо всем этом и вышедши отсюда с великою заботою, убедите друг друга тщательно сохранить в уме вашем все говоренное в течение стольких дней, дабы когда и мы будем молчать, вы сами, научая, назидая и увещевая друг друга, показали великое преуспеяние, исполнив все прочие заповеди, получили вечные венцы, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Сыну и Святому Духу и во веки веков. Аминь.